Всем здравствуйте! Сегодня я вам покажу, как правильно надо разделать окорок свиной. Приступим. Возьмем вот такой вот окорок. Нож. Сначала отрежем рульку. Смотрим вот эту кость. И она параллельно где-то на суставе. Вот здесь. Такая рулечка у нас. Пойдет к Новому году на холодец. Теперь отделяем вот эту кость. Мы немножко мяса оставим, потому что делаем для себя. Мы ее вскрываем. Теперь нам надо удалить эту кость прямо вдоль кости. Делаем надрез. Еще косточка, это чистое мясо осталось, потому что если брать вывеску, одна цена, это окорок 180 рублей за килограмм. Сделаем много домашней колбасы, так что смотрите следующих видео, подпишитесь на канал, а мы дальше будем разделывать.
вот, как видите, разделали. Получился фарш. Два шикарных куска. Один для запекания, другой можно на гуляш. Две шикарные косточки. Рулька. Быстро, удобно. И одним ножом. На этом с вами попрощаюсь. Кому понравилось, лайкните. С уважением, мне книга готовит. Жду вас на колбасу. Всем пока!